Ой. Здорово. Ты в норме? Чувак, ты что-то, походу, не в порядке. Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Мидкор Шоу, и мы с вами возвращаемся в Ульфенштайн, вторая часть, The New Colossus, и графические глюки у нас с конца прошлой серии остались. Что-то здесь не так с небом, текстурки какие-то плывут, едут, короче. Ладно, пофигу, мы с вами в Новом Орлеане, нам сейчас надо пробраться и спасти какого-то чудика, который знает всяких разных глав повстанцев, и он нам поможет. Здравствуйте, мистер Крокодил. С тех пор, как мы здесь, я не видел гражданских. А вот кого наоборот полным-полно, так это нацистов. И крокодилов. Надеюсь, тебе повезет найти выживших. Конец связи. Ну, слушай, да не вопрос. Нацистов-то я сейчас здесь покалечу. Мы же с вами готовы расфигачить. Так, давайте послушаем музончик. Чем-то Битлз напоминают. Что-нибудь типа поезд на Гамбург там. Ой, стой. Что это? Эй, далеко как-то мы зашли. Ладно, погнали. Так, запись нажмите, чтобы прослушать. Это у нас Нью-Орлинская полицейская машина. Эй, прикольно. Вот бы на ней сейчас прокатиться. Так. Нам нужно поаккуратнее, так, блин, вот эти глюки меня бесят. Чё не так-то? Как это так? Так, здесь у нас что это? А, не крадить, не кормить животных. Но животных там не осталось. Это вольеры у нас для крокодилов, получается, да? Здесь можно заползти. Я думаю, тут есть какие-то секретики. Тихо. Вот, в эту дырку, может быть, мы смогли бы с корсетом заползти. Но у нас корсета с вами нет. Так, поехали, давайте попробуем отсюда забраться. Ага. И что, тут никого нет, что ли? Да ладно. Так, 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 подожди. О, шкурки! На тапочки, что ли, собрались их пустить? Так, ладно, давайте просто... По-моему, я что-то где-то слышал. Так, аптечки, аптечки. Золото. Ну-ка. Крокодильчик. Все, поехали, поехали, поехали. Вот здесь кто-то был, нет? Блин, нифига себе меня приглючило. Возможно, за нами следят, конечно. Возможно, за нами следят и... Так, нам туда. А подожди, а зачем тогда вот этот вольер-то нужен? Я не понимаю. Вот здесь вот мы можем сделать вот так. Опа! Да ну, ребят, ну как вы это, меня засекли-то? Так, парень, отвали. Хорошо. По шапке тебе сейчас надаю. Так, кто там? Слышь? В снайперов, что ли, поиграем? Давай. Вот так, хорошо. Где там алярм? Кто там алярм кричал? Блин, а где? Где их теперь искать? Это мы оттуда... Блин, слишком громко ворвались. Кто там стреляет? Ага. Да отвали. Хорошо, быстрое убийство в бою. О, на единичку прокачали наш новый скилл. Хорошо, это замечательно. Так, это зарядка для моего любимого оружия, но у меня его нету. Кто, откуда? Уйди. Вот так вот. Бип. Где офицеры-то? Офицеры. Офицеры. Где ж вы бродите, козлы, блин? Так, ладно, напомните мне не петь больше. Так, дружище, уйди нахер. Кто это? Пиу, 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 блин, говорю, дурень. Зергут. Так, эту штуку можем? Эх, не можем толкать, я думал с разбежки сейчас как толкнем. Так, воу, здорово, приятель. У тебя, по-моему, глюк какой-то случился. Слышали со звуком, с каким он упал? Заглючило слегка, пацаненка. Воу. Уйди. Сел он за пулемет там. Кто это? Ага. Че у тебя на голове?
У них что на голове? У них какие-то квадратные штуки. Так, парень. Так, ага, подмога. Я так не могу понять, где у нас этот офицер. Так, робот, уйди. Тут еще кто-то сидит. Ну-ка. Ой, я топорик выкинул. Тихо, откуда? Ага, вот так вот. Еще один. 9 хп. Вот и да. Вот это я дуркую. Хорошо, 18 хп. Тихо-тихо-тихо, только не взорвись. Мне срочно нужна хпшечка. Я решил что-то прикалываться, поубивать всех в ближнем бою. Так, где офицеры-то? Алле. Алле. Ребятки. Так, броник, хорошо. Патроны, пофигу. Ой-ой. Ловить. Блин, 4 хп. Бум. Бум. Сзади никого. Ух ты. Спокойно. Тихо-тихо-тихо. Приуныл? Приуныл. Поганец. Так, есть кто еще там? А, вот и ты, мразота. Ну-ка, уйди. Хедшот, хорошо. Минус один. Ага, птичка есть. Так, сзади никто там не при это. Не прискакал. Так, собираем, собираем, собираем. Я на самом деле думаю, возможно, нам надо, если мы сейчас за эту серию не найдем оружие, то я, скорее всего, просто прокачаю дробовик. Так, чтобы посмотреть карту. Колокольчик, это что? А что значит колокольчик? Сигнал какая-то? Топорик, хорошо. Дробовик, это хорошо, потому что другим оружием мы, в принципе, никаким не... Ой, ты сам ко мне пришел? Хе-хе, дурень. Сам спустился, все. Нет у нас больше тревоги. Ты взял этот код? Энигма. Вроде взял. Так, у тебя... А, у тебя лазеры, да? Ненавижу лазеры. Отвали. Так, код Энигмы подобрали. Блин, ну и чё? Чё это? А, это у нас здесь. Хорошо, аптечка есть. Надо еще потом будет разобраться на базе, где у нас этот аппарат стоит. Хорошо. Куда нам идти-то? Отлично. О, хорошо. Надо бы улучшить свое оружие. Да-да-да. Я же сказал, что займемся скоро. И улучшим. А что, все, враги закончили, что ли? Офицеры померли и врагов не будет? Так, где у нас этот? Нет, не дробовик. Ага, этот полный. Окей. Роботехника. Так, стой. Вышибай. Отлично. Нифига не вижу после вышибания. Так, хренак. Хренак. Патроны, патроны, броня. Так, ла-ла-ла. Блин, и ради чего мы сюда пришли? Ради ничего. Ой, смотрите, сюда можно. Я так понимаю, с другой стороны мы пойдем туда. Нам, по идее, еще выше, да, есть тут лесенка. Блин, а вот тот проход тогда чё, чё? Ладно, пофигу. Потом, если на обратном пути дадут сходить. Опа. Ласковец, иди к старому зданию American Bank. Там должны вижу укрываться Хортон и его группа. Найди их. Убеди присоединиться к нам. American Bank. Песик. Какой нынче курс доллара? Блин, глюки на небе. Ну что такое? О, все исчезли. А вот так появились. Песий. Так, это мне отсюда прыгать, что ли? Прожекторы. Давайте пока подумаем. Не стоит лезть вот так вот сразу в бой, не подумав. Я думаю, мы отсюда... Да качо. Хрен с вами. Мы снайпера вообще лютые. Песий? Ага. Ну и что ты сделаешь мне? Давайте мы на него сольем вот этот вот. Прям вот с иксом сделаем вот так вот. Ой. Перезаряжайся. Ну, он уже загорелся. Слышь, ты где? Ну ладно.
Пошел в жопу. Так, и... Давай. Опа. Опа. Хорошо. Четкий и уверенный стелс. Так, только не крокодилы, подожди. Эси. Пиу. 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 Че ты ко мне попу повернулся? Ну-ка. Так, парень. Че это было? Блин, ну этот пулемет абсолютно какой-то бесполезный. Серьезно, я говорю. Так, и... Отвали от меня нахер. Блин, парни, дайте мне... На пёсе это... Тихо. Ну да, конечно, он же через стены у нас нафиг, блин. Пиу! 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 Блин, да тихо ты, ну... Ага. Ой, приуныл, бедненький. Пёсик у нас подвис, походу. Так, давай. Отлично. Да еперный театр, как вам не надоело-то, ребят, ну? Отвали нафиг. Ой, пёсик, пёсик приуныл. Так, ладно, ребятушки, мы с вами прощаемся, пёсик приуныл, поэтому я теперь могу... Мать вашу, а? Ловите нафиг. Достали. Пошли. Хватит верещать. Ребят. Ой. Здорово. Ты в норме? Чувак, ты что-то, походу, не в порядке. Ладно, фиг с тобой. Так, погнали наверх. Нам к... Ты не прошибается. О, отсюда бы мы песика тоже могли подоставать. Так, аптечки нарм. Патроны нарм. Зарядочка, ага. Хорошо. Так, здесь нам не пролезть. Плевать. Он с большой высоты может вообще ползать? Ой, прыгать, ползать. Просто мы же тебе суперсолдат, правильно? А, Джонни Санни. Джонни Санни. Кто же вы такие-то, а? Чтобы посмотреть карточку звезды. Уйди, пожалуйста. Максимум. Ручные гранаты. О, эскиз. Ага, лаборатория какая-то. Хорошо. Кис-кис. А, так, пролезай. Ты катя-попу. А, здесь не надо пролезать. Так, отсюда мы пришли, хорошо. А здесь мы немножко собачку покорябали, подцаряпали. И теперь идем вперед. Теперь мы идем вперед. Ну, я серьезно говорю, этот пулемет, который, вот с которого я стрелял, который нас не прокачан, возможно, потому что он не прокачанный. Но мне кажется, он каким-то вообще бесполезным. Вот, вот серьезно. Я его почему не стал качать? Потому что он бесполезный. Ой, блин, надо было почитать. Просили меня. Почитай, почитайте записочки. Ну, какие-нибудь будем читать. О, микрофончик. А, нет. Погоди. Покуха. Тихо. А, здрасте, парни. Тихо. Где ты? Пау! Пау! Пиу! Пау! Пау! Да ну как тебя убить-то, блин? Ой, глупенькие, ой, глупенькие солдатики. Солдатин глупен. Тиус. Ну, убей ты его, ну. Вот так, спасибо. Тихо. Песик. Песик. Тут. Блин, что-то... Чувствую, что сейчас будет жопа какая-то. Блин, тут крокодилы должны быть, да? О-о-о, крокодилы и гориллы. О-о-о. И нацисты, и чудилы. Чуть другую рифму не сказал. Так, окей. Здесь ничего. Ладно, будем пробиваться, чё. Нам надо перепрыгивать. И давай подальше. Опа. Новый Орлеан. Ну, Новый Орлеан. Не вернуть. Тихо, тихо, ну. Но я могу покарать тех, кто тебя уничтожил. Сейчас покараем, подожди. Не ссы. Ага, понял. Да вылезай ты уже. Тихо. Опа. Парни, ловить. Смотри. Пиу. Как они так сразу четко видят, где я? Так, каску сними. Куда вы свалили? А, вижу. Опа. Ой, друга не мой. С тяжелым вооружением.
С моей... Кстати говоря, с моей любимой пушкой. Ну-ка. Подожди. Дружище, отвали. Ты на нее не претендуешь, я на нее претендую. Во! Похоже, придется срезать через это здание. Через какое? Сейчас срежем, не вопрос. Так. Заправочек нету, есть электрическая зарядка. А, нам, видимо, сюда, да? Тихо. Ага. А, заправочка. Нифига себе, не на стенке стоит, а прям просто... Да, просто такая штука. Так. А через какое здание-то срезать, ну? Ты чё? Подскажи мне, покажи. Дай подсказку. Ты? Ну? А, вот туда забраться? А как я туда? Подожди, видимо, надо вышибить эту дверь. Нет. Стой. Подожди. И... О! Ха! Нифига. Вот это было неплохо. Так, забирай обратно пушечку и погнал. А вы мне даже шансы, что ли, не дали? Так, эта стенка, по-моему... Нет. Тихо! Ух ты! Дура! Парни, ну вы не правы. Убийство огнем. Хорошо, так, мы карточку там какую-то взяли. Давайте посмотрим на карточку. Эй! Эй, карточку хотел посмотреть. Отвали. Блин, вы не поняли, что ли? Я тут исследую вообще-то. Мне здесь... О, максимум топориков. Хорошо, можно метнуть в кого-нибудь. Отлично. О, патрончик. О, эти улучшения оружия. Свое оружие. О, может быть, эту пушку улучшить? Она же вообще будет тогда карать. Ну, блин, не знаю, но... Мало... Мало мы ей пользуемся. Отвали. Хорошо. Отвалите от меня нахер, а? Достали, серьезно, ну вот честно. Куда же вы лезете-то, а? Да ептить. Еще один там бежит, ну на тебе там по ногам. На, умри. Сейчас мы заправимся. Где заправочка тут была? Давай, заправляйся. Дизельным топливом. Подожди. Распылился. На маленькие кусочки. Бедненький. Отвали. Ага, вызов подкрепления, окей. Мне плевать на ваше подкрепление, отвали. Где офицеры? Твою мать, ладно, давайте. Оттуда бегут, значит там. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, подожди, что-то я как-то это, заигрался такой, пошел, блин, Рэмбо, блин, надо поаккуратнее, где-то ходить-то, что? Так, мы откуда, блин, твою же мать. С этого места начали. Похоже, придется срезать через это здание. Чуваку все не улечься удобно. Так, а, кстати, патроны он сам забирает. Смотрите, я не нажимал сейчас. Да, серьезно, он сам? Так, тихо. А можно без алярма как-то? Я не хочу алярм в самом начале. Ну, серьезно. Давай, заправимся. Я так понимаю, что как мы войдем, сразу будет аларм. 90? Смотри. Да. Сразу. Тут вообще без вариантов. Так. Ага. Я бы эту стену на самом деле пробил бы. Ну серьезно. Песик. Хе-хе. Так, тихо. Топориков по максимуму. Отлично. Ой, мышка там пробежала, видели? Свое оружие. Да, хорошо, что мы сюда пришли все-таки. Так, карточки, тут где-то были. Кто это? Ой. Я что-то бахнул, по-моему. Уйди. Карточки. Где-то мы здесь карточки собирали. Тихо. Так. Спокойно. Броник. Да ты в темноте там прячешься, засранец какой, а? Отвали. Хорошо.
О, офицер, подожди. Ты чего решил сюда прийти-то сам? Эй, дурак. Минус офицер. Так. Ты мне влючил работу, дружище. Кто это? Отвали. Тихо-тихо-тихо-тихо. Пиу! 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 Убийство... Ах ты! Спокойно. Куда идем? Туда. Так, он вызывает подкрепление. Вот эти вот самые плохие. Походу, они с огромным дамагом прям. Такие лютые пацаны. 6, 5, 4. Где-то здесь. Выше, над нами. Опа! Все. Минус связь. Так, когда Энигма, хорошо. Так, эти ящики разбиваются, разбиваются. Так, брони у нас максимум. Все, 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 можно ничего не бояться, по идее, да? Так, 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 так. Куда нам дальше? Вот кто-нибудь видит хоть одну точку, хоть одну стрелочку? Блин, у меня закончились эти... О. Нужно запустить мостовой кран. Как? Нужно попасть на ту сторону. На какую? Ага. Может, я смогу использовать мостовой кран. Погоди, а я если... О, ты смотри-ка, нет, не разбиваюсь. У меня патронов нету. У меня нет патронов на эту пушку. Это печально. Ладно, плевать. Так, есть что-нибудь интересное, полезное, там, хорошее? Ага, конечно, сейчас. Так, мне нужно сюда, вот в эту... Тихо. Давай. Электрическая зарядка. Давай, даем питание на кран. Хорошо. И зачем? Так, The Star Spangled Daily. Новый режим получил одобрение Куклукс Клана. 12 июня 49 года, Вашингтон. Настало время нового американского порядка, заявил великий магистр Куклукс Клана во вчерашнем телеобращении. После серии долгих и продуктивных встреч с великим лидером Рейха Геррером Адольфом Гитлером мы дали официальное согласие на вступление клана в ряды немецкой армии для защиты белых граждан американских территорий и стали частью Великого Рейха. Клан, ряды которого заметно увеличились за последние годы, продолжит наводить мосты дружбы и взаимопонимания между народами Америки и Германии, говорится в пресс-релизе, опубликованном вскоре после речи великого магистра. Этот союз обеспечит защитой настоящих американцев и отважных немецких солдат, которых с самого дня подписания Вашингтонского мирного договора 1949 года терроризируют злобные воинственные организации цветных террористов. Мостовой кран заработал. Окей. Террористы. Цветные. А я цветной террорист? Эй, ты чё? Короче, пришлось перепроходить с того момента. Ну, собственно, с улицы. Да, заново всех хвалить. Чё-то игра прям люто подвисла. Подвесила мне комп к херам. Слава богу, хоть запись не навернулась. И то радует. А то бы я очень сильно расстроился. Так, поехали. Нам пора включать кран еще раз. Оп-оп-оп, газетку давай. Уже запустил так. Мостовой кран. Мостовой кран заработал. Дважды сказал. Так, нам туда, наверное, не надо. Нам теперь на кран. Собственно, на кран нам попадается вот так и вот так. Здесь никого? Ну да, по идее уже все, никого. Что это? А, хорошо. Так. На этот раз я, собственно, побыстрее вообще с ними справился, со всеми чудиками. Так, а мне самому управлять? Уильям, что? Мы продолжаем путь от вышки. Молодцы. Мины обезврежены. Фергюс красавцы. Пошел в разведку. Четко. Только что столкнулись с нацистами. Плохо. Еле выжили. Эй, ты что там? Не знаю, нормально ли это, но кажется, я из-за беременности... Что? Слегка возбуждаюсь. О боже, на эту частоту все что ли настроились? Да? Да. О. Хас, хас, макс, хас. Возбуждается она. Типа, когда убиваешь людей, что ли? Нормально. Я. Блин, не долет, ну ладно, хрен с тобой. Второй попытки не будем делать. Так, нам пора это. Что-нибудь опять валить? Я начинаю скучать. Выбраться из депо. О! Вижу, вижу, вижу. Тихо. Тихо, тихо. Опа.
Ты куда летишь? Друже, умри нахер. Бум. Пиу, пиу, пиу. Уу. Спокойно, тихо. Так, парень. Да мразота ты. Этот тоже уйди. Так, кто там еще? Ты уйди. Ты приунывший? Приунывший. Опа. Давай хедшотик тебе. Дадим. Пиу. Не ушел, что ли? На. Ушел. Так, отлично. Я так понимаю, что сейчас с той вылазкой что-нибудь плохое произойдет. Не может здесь быть все прям очень хорошо. А если у нас суперчудилу завалили, если даже нас умудрились, блин, убить, по сути, то я думаю, сейчас что-то плохое произойдет. Либо с Максом Хас, как он там, Макс Хас, либо с Аней, что не хотелось бы, либо кто там еще у них, Бомбата, по-моему, да, с ними? Вот с негритянкой пофигу, пускай что-нибудь происходит. Пускай... Ай, тихо. Пускай она там это... Что-нибудь отхватит, пулю какую-нибудь. Тупик. Тупик. Я знаю, нужно что делать. Проделать, ну... Чувак, ты еще только думаешь, я уже делаю, понимаешь? Вот в чем наша разница. Так, а броник мне не нужен. Вниз. Блин, да сколько? Эта дверь ничего? Эта дверь ничего. Можно наверх, можно вниз. Че, внизу? Только броник, окей. Ничего интересного. Ну, давайте наверх. Чу-чу-чу. Блин, площадь выглядит так. Ух ты ж ё. Спокойно, спокойно, песик, подожди. Тихо, тихо, тихо. Ага, я понял. Тихо. Ух ты. Тихо, 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 подожди, подожди. Я с тобой больше на эту уловку не попадусь. Кто там? Блин, надо парней сейчас отстрелять сначала. Подожди. Парни. Дураки. Бум-бум-бум. Тихо-тихо-тихо. А что у вас за оружие было? Блин, мне пока к оружию пробраться. Песик, ты где? Иди сюда. Лови. Лови мячик. Бум! Поиграй с мячиком. Так, аптечка мне не нужна. Так, чу-чу-чу, где-где-где? Стой! О, моя любимая! Тихо-тихо-тихо. Зарядочка есть тут? Мне нужна. Вижу, по-моему, вижу зарядочку, хорошо. Песик, песик, стой, 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 не шали. Песик, песик, не шали. Дай мне зарядиться, пожалуйста. Так, заряжай. Отлично. До соточки. Тихо. Где пес? Песи, ну давай, поиграем. Ой, господи, ты такой не очень. Тихо. Ты умрешь уже или нет? Ступай, псина. Все? Он сейчас взорвется. Спокойно. Ага, я помню. Мы так один раз отхватили очень люто. Так, давай на всякий случай зарядим. Ну это изи щит вообще. Вы думали меня этим напугать? Думали меня этим остановить? Ха! Нет. 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 И еще раз нет. Куда мне идти? Меня нахер тут ничем не остановишь. Так, в жопу эти коробки. Просто идем дальше. Куда? Только понять, куда. Понял? Не дурак. Выбрасывай. Оба! Забирай. Судя по всему, там кто-то сражается. Где? Я что-то ничего такого не слышу. Или слышу. Так, куда идти-то? Ой. Приунывший чувак. Ага, золотишко подняли. Так, это что? Песик опять. А мы песика, по-моему, с вами поднимали или нет? Подожди, эта дверь в никуда? Так, только не надо меня предохранители заставлять искать. Я уже устал идти искать предохранители во всех играх подряд. Блин, сюда не запрыгиваем. Долг каждого разработчика заставить игрока искать предохранители. Так, сюда можно подняться.
Письмо Уильяма, руководителя клана. «Дорогой друг Фрэнк, я понимаю, что вам претят многие немецкие порядки. Да, они социалисты, этого не отнять. Но они верят в защиту белой расы от морального разложения и культурной деградации. И, к слову, они победили в войне. Пора определиться, на чьей вы стороне. На днях они обратились к нам и попросили клан стать посредником между ними и американским народом, чтобы обеспечить стабильность в это смутное время. Полагаю, нам придется с ними сотрудничать, иначе же нас ждет худшее участь. Да и, собственно, что в этом такого? Думаю, мы все стремимся к одной и той же цели – обеспечить процветание и светлое будущее для белых американцев. Они сообщили, что церковь Рейха бла-бла-бла-бла-бла. Господи, как много. Ненавижу много текста. Ой, так, что это? Вербутин. Так, кто воюет там? Где воюет? Эта дверь вышибается. Так, подожди. Хорошо. Это враги? Эй, парни, вы тут что делаете? Как дела? Зиг Хайль. Или как у вас говорят? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нифига себе, ты дерзкий. Как хорошо, что я в дверном проеме стоял, а? Парни, я уже подготовлен. Вот сейвилка. Парни, здорово. Я тут вам немножко помог. Обошел их сзади. И прикольно получилось, да? Так, ой. А там что? Спустимся? Спустимся посмотреть? Спустимся, давайте посмотрим. Тут должно быть что-нибудь интересненькое, ну. Ну и что здесь интересненького? Аптечка, например. Господи. Здесь можно стену проломить. Ну-ка, ломай. А, это типа мы могли бы так вот спуститься и здесь вот пройти, и все? Нифига себе. Так, а как отсюда выбраться? Нормально, несколько путей сюда. Что это? Топорик. Я понял. Ладно, поехали. Поехали к этим ребяткам. Так, пустите меня, алло. А, вон лестница, подожди. Так, ну все, я так понимаю, что мы с этой штукой уже не поднимемся сюда. Так, давай, давай, давай. Ну уже, сынок, держи руку. Священник. А, это. Нет, нет, я нашел эти тряпки на улице. Я Хортон. Уильям Джей Бласковец. Бласковец, жуткий Билли, а ты пламя, сынок. Ты разве не помер? Мне полегчало. Ну, жуткий Билли, не хочу грубить, но зачем тебя сюда занесло? Помимо спасения наших шкур. Я из круга Крайзал. Мы начинаем революцию. Серьезно? Здесь последнее пристанище раковых клеток вольнодумства, распространившихся по всему югу и отлично, дальше. У нас новый союзник. О, да! И изгои, и нищеброды, то есть все, кто не относится к проклятой американской буржуазии. Вот этот человек, наливающий себе выпить, это мой старый друг. Перис Джек, Тибошир, Лавкач, убежденные анархисты, офигенно играет на кларнете. Верно, Перис? Я не трублю об этом, я просто трублю. На улице тихо, Хортон, никого. Сыграешь? Да, на улице тихо. А вот это профессор. У нее глаз алмаз, пятно на коровьем заду за 100 ярдов увидит. Гребаные нацистские твари. Пусть только сунутся. Мы им шепоты поотрываем, это точно. Дадим славный бой напоследок. Аллилуйя! У тебя полно славных ребят. Отлично. Нам хорошие люди всегда нужны. И как ты хочешь устроить свою революцию, жуткий Билли? Жуткий Билли? Мать твою, это же он. Да, сука, тебя не убило? Похоже, наш друг взял да послал святого Петра нахер. Он из круга Крайзау, живая легенда. Я знаю, кто он. Ох, твою мать. У нас гости. Блин, да ладно, сейчас надо будет отбиваться, что ли? У меня слегка дрожат руки. Успокоишь мне нервы? Сейчас мы это исправим. Ой, нормально, сейчас под музончик будет замес. Мама говорила, не верь тому, кто... А, нет, замеса не будет, да? Так что садись, жуткий Билли. Выпей. Это что еще за херня? Бойло старинный Хортон. Слушай, жуткий Билли, я уважаю твой парень, но ничего уже не попишь. Голос погромче не могли сделать? В толчке, нам лишь остается пить виски.
и смотреть, как его засасывает в ворот. Не ожидал, что ты окажешься таким тут. Мы хотели устроить революцию еще до того, как сюда явились нацисты. Мы первыми начали борьбу за права человека. Ты знаешь, что такое права человека? Шутки, Билли. Не знаешь. Ты же просто солдафон, да? Слушай, я рисковал жизнью за свободу, справедливость и американский образ жизни, пока ты и твои богемные дружки раздавали большевистскую пропаганду и агитировали на каждом углу против призыва. Странное. Какая нахер музыкальное польза от равенства, если у тебя кишка тонка встать на защиту страны, когда в дверь скребется голодный волк? Мы боролись с империалистической военной машиной Соединенных Штатов Америки и алчными буржуями с Уолл-стрит. Они спешили отправить детей пролетариев на смерть. Чужие земли и нажиться на этом. Это не их сыновья проливали кровь в боях, нет. Они звали таких, как ты, выполнять грязную работу, а сами подсчитывали барыш. Ты пешка, марионетка воротил из золотых особняков, а я вовремя понял, к чему идет дело и послал их черт. Но вы все же здесь с оружием в руках. Убиваете нацистов, как и я. Разница лишь в том, что вы опоздали. Может, надень бы вовремя форму, мы бы выиграли войну. Не пролей эту дрянь на стол, Хортон, она его проест. Ты напьешься, жуткий Билли. Храбрый прихвостень властной элиты. Слушай-ка, у меня нет времени на эту херню. Пора решать, сдаться и сдохнуть или дать бой. Жуткий Билли, я не хочу с тобой спорить. Ты уже устал сражаться. Устал. Иди нахер. У меня скоро родятся дети. И я не хочу растить их в мире, где всем заправляют нацистские твари. Ну так что дальше? Спившиеся, трусливые, безголовые, большевики-вражденцы! А он типа напиться может, да? Пойдете? У него же тело суперсолдата. Ему ж похеру. Боже, боже. Не видел, чтобы кто-то связно говорил после двух стопок пойла старины Хартона. Ты молодец, Билли. Смышленый мужик. Что происходит? Ну, ладно. Устроим революцию. Не понял. Рубай! Фэрис целый месяц ковырялся с этой собачкой. Твою мать, приручил ее? Опа. Залез под капот, подергал провода. Всего-то. Фэрис парень умный. Всегда сообразит, что к чему. Ну и какой план? Ты поедешь на ней, ковбой, да? Воу, ты выскочишь, отвлечешь нацистов, а мы тем временем отправимся в порт вместе со всеми. Да ладно. Понял. Верхом на псине. Надеюсь, это твоя лодка придет. Она придет. Я посмотрел, как они называются. Они называются панцерхаунды. По-моему. Воу, полегче, легче, слышишь? О, да! Не, она у нас капризная. Вот он, бегом наверх. Нацисты слетелись, как мухи на говно. Проверка, проверка. Все в норме, жутки били. Вперед! Давай. У-ху! Родео. Так, ну что, еще погоняем немножко. Так, проповеди и первач. Так, хорошо, панцерхаунд, да, я же сказал. Четко. Так, панцерхаунд. Для управления панцерхаундом используйте те же кнопки, что и для обычного передвижения. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы использовать огнемет. Левый Ctrl, чтобы слезть. А зачем мне слезать? Типа подстрелять кого-нибудь? Ага, я понял. Что умеет эта собачка? Что умеет эта собачка? Так, прыгать ты умеешь? Ну, совсем чуть-чуть. Давай. Давай. Подожди. Стой. Погнали. Тихо вам. Друзьяшки мои, спокойненько. Блин, у меня мало здоровья уже. Ладно, хрен с ней, слезем с нее, если что. Так, сзади. Тихо, сбоку, сзади, со всех сторон, спереди. Вы-то кто, ребят? Подстрелили эту. Опа, видали, как он полетел? Так, сверху там. А, ой, сзади эти флеши. Шустрые, нет? Нет. Что мне надо сделать? Тревога, я понял. Сейчас мне надо этого завалить. Так, 600 здоровья, хорошо, пока мы держимся. Пока мы чётенько держимся. Так, слышь ты там? Я слышал, что она может через стены своим огнем фигачить.
Поэтому мы тоже так же будем делать. Так, ну-ка, ты можешь? Да, ты не можешь. Так, тревога, 27, 25, 26. И чё? И чё? А как мне? Окей, ладно, пошли сюда. Сохранение. Значит, идем правильно. Выберитесь через фабрику. Блин, тревога-то все еще есть. А, все, нет тревоги. Здорово, братюнь. Давай-ка ты помрешь. Вот так вот. Ой, как вас много, смотрите-ка. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Хорошие. Воу, нифига себе, мне в лицо что-то пролетело мощное. Отвали. Бум-бум, что-то взрывается. Да тихо ты. Хоть взрывать-то все подряд. Ой, привет, маленькие. Тихо, бочки, аккуратно. Тихо, 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 тихо. Спокойно, спокойно, 200 здоровья уже. Сейчас придется слезать с нее. 300. Ой, да? А ты еще лечишься? А, подожди, мы подбираем броники. Все, я понял. Тихо, 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 ребятушки, не шалите. Так, тихо, кто там? Роботик, до свидания. Мужики, тоже до свидания. Тихо, тихо, все взрывается. Все, колбасит. Ты куда высунулся? Так, бочки, 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 подожди. Слава богу, у нас бесконечный огнемет. Воу! Так, откуда там? Сверху откуда-то поливают. Вау, больно. Тихо, тихо, тихо. Что-то там... Подожди, стой, кто там? До свидания. Так, в канализацию. Обнаружен сигнал, 100. Поехали. На сигнал. Тихо, 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 тихо. Здрасте, здрасте вам. Вот так вот. И тебе здравствуйте. С него много брони должно быть. Подожди, стой, 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 стой. Отлично, отлично. Давай, собирай, собирай, собирай. Много-много брони. 400. Давай, 424. Хорошо. Отвалите. Отвалите. Вы здесь вообще никчемные маленькие нацистики. А я на огромной, мать его, псине гоняю. На вашей, между прочим. Это еще раз подтверждает, что вы абсолютно никчемные. Даже вашего робота огромного мы завалили с псиной вдвоем. Угу! О, привет! Сгори! Ты был неверным другом. Но все? Тебе явно не пролезть. Блин, а куда? А, сюда. А может быть, он пойдет и будет просто крошить всех? Ой, ты мой хороший, смотрите, он смотрит на нас. Давай, давай, дружок. Давай, мы с тобой, может быть, еще увидимся? Блин, такой классный. Я не хочу... Я не хочу его бросать. Блин, сколько здесь всего интересного. Тихо. Ладно, прощай, прощай, дружочек. Все, до свидания. Хоба. Воу-воу-воу-воу, подожди, подожди. Блин, он помог на самом деле. Он мог подпрыгнуть и проделать дырку там, я не знаю, как-нибудь поковырять. Ты же своей броней делаешь дырки во всяких дверях. Так, куда нам? Здорово. Уйди нахер. Вот так вот. Молодец. И аптечку сразу. Назад даже оборачиваться не буду. Я как настоящий супергерой. Так, золото, что там? А, это этот музыкант. А, мы золотую эту трубу взяли. Кларнет или как он там? Так, тут враги. Нет? Нет, надо же. Так, печка, фигечка наверх нам. Ну, поехали. Так точно. Сейчас будет замес. Сейчас сигнал появится, нет? Тихо. Спокойно. Меня не найдут. Блин, я топорик, кажется, свой выкинул. Опять. Фу. До свидания. Давайте мы сейчас что-нибудь тут дойдем до какого-то момента. И будем уже... Твою мать, чуть не упал. А подожди, а куда? А как мне? Ну, мы там проходили и залезли сюда. Ага. Чтобы посмотреть эскиз. Кис-кис. Ага. Старая фабрика. А, вот, наверх все вижу. Давай, давай, спокойно, спокойно. Просто бежим вперед. Нам похер на всех врагов. Нам вообще плевать.
Открыть дверь, покинуть уровень. Все. Мы ушли. Смотрим заставочку. Прием, Аня, как слышишь? Уильям, слышу тебя. Блин, да и в таком состоянии-то нельзя. Милая, ты как-то? У меня все. В порядке. Анна тоже нормально боевая. Я пытаюсь найти Фергюса. А где он? Я связалась с Грейс. Подлодка уже в пути. Отлично. А мы направляемся к району Лейквью. Слушай, ты давай без подвигов. По-моему, ей не очень там хорошо. Справлюсь. Конец связи. Офигеть, блин. Беременная тетка уже... Корта, как обстановка? Собираю последних людей и готовлюсь к отходу. Направляйся в район Лейквью. Приводи всех. Мы скоро уплывем отсюда. Ну, Билли, на бумаге затея хороша, но подозреваю, нацисты между нами и портом здорово нас задержат, точно. Спорим, я отвлеку их внимание. Убить всех цель. Вот это хорошая цель. Хорт на остальные держит путь, да. Блин, ну что ж, убивать всех мы будем уже в следующей серии. На этом пока все. С вами был Рос на канале Midcore Show. Игра Wolfenstein, вторая часть, The New Colossus. Он ходит... Следующая остановка. Lakeview. И в следующей серии мы с вами устроим нереальный замес. Убить всех. Я думаю, здесь будет весело, здесь будет много выстрелов, может быть, даже много смертей, но я постараюсь. Постараюсь завалить всех просто с первой же попыточки, но это мы узнаем уже в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочки в описании под этим видео, подписывайтесь на мой канал и всем пока!